Девчонки, все-таки мы решили, что пора нам прокатиться по нашей большой стране. Возможно, заехать в страну СНГ, возможно, заскочить в Европу. В общем, я еду с семинарами «Записки охотницы». Вы должны уже книгу все были прочитать. Если еще не прочитали, Мы сейчас выбираем первый город, куда же мы поедем. Поэтому, пожалуйста, нужна ваша активность. Под последним постом пишите города, где вы меня ждете. И мы решим, какой же график мы составим, куда мы отправимся. Первый город. И так далее. Целую вас! Вы любите получать долгожданные посылочки? Я закрою, подождите, мой номер телефона. Вот, давайте откроем вместе. Готово. Блин, это так классно. Раскрывушки. Раскрывушки. Ух ты, какая коробка. Здрасте. Терпится мне открыть уже. Ух ты. Что это? Смотрите, какая красота! Как красиво, смотрите! Красота! Это просто нереальная красота. Давайте посмотрим вместе, что же там. Там еще сюрприз. Это просто потрясающе, смотрите! Ой, это митинг. Смотрите, это митинги красивущие. Это Сваровский, ручная работа. Девочки, это что? Посмотрите, что. Покажи, это. Покажи, какие камушки. Боже, вау. Классно, я буду самая модная на всех горнолыжных курортах.